600 человек, причастных к террористической деятельности, задержало в прошлом году СБУ. 11 получили срок за финансирование терроризма, 13 за госизмену. Въезд в Украину закрыли для сотни российских журналистов и блогеров. Об этом рассказал президент Петр Порошенко во время официальной церемонии по случаю 26-й годовщины создания службы безопасности. Лучших сотрудников он наградил орденами и поблагодарил за недавние спецоперации, связанные с Михаилом Саакашвили и Надеждой Савченко. Кроме того, сообщил, что Киев и дальше будет двигаться по пути интеграции в ЕС и НАТО. Членство в Альянсі – це наша стратегічна мета. І найближчим часом я планую ініціювати внесення змін до Конституції для того, щоб зробити цей процес незворотнім, вказавши в Конституції стратегічну мету розвитку держави, це членство в Європейському Союзі і членство в Північно-Атлантичному Союзі.